Вот аппарат встретился. Зубр. Зубр, да. Вот он плух. Аппарат. Человека плух. Вот такой. Вот такой. Зубрёнок бы. Да ёханый бабай, прям зубрёнок. Плух. Заводской, будем так говорить, да? Заводской. А он шел Валберис, блин. Валберис, вам, пожалуйста. А, Валберис, пожалуйста. Металл, я не знаю, ну, похож на двойку. Похож Валберис на двоечку. Вот. Здесь стойка, труба. 20 просто на 40. 20 на 40, тоже двоечка. Это полоса. Так сказать, и как она? Это полевая доска. Четверка. Но она уже согнута изначально. Вот. Но она усилена. Усилена. Но согнута уже. Пяточка. Также двойка. И самое интересное, лемех. Лемех просто кусок металла. Не заточенный никак. Просто прикрученный. Вот, он тупой, как, ну, просто как полоса шла, так ее запилили и все, и прикрутили на два болта. Здесь вот, ну, здесь где-то четверка, возможно, похоже на четверку. Ну и, соответственно, крепится вообще, наверное, к полторашке. Вот она, полторашка. Вот эта часть. А сам отвал двойка. Вот такие вот дела на Валдберисе творятся. Ну и здесь, само собой, скоба троечка. Это тройка металл. Это четверка. Это тройка. Да понятно. Говно. Не, ну это домострой. Это уже домострой. А это уже это хозмастер наш, Паловский. Железо. Ну железо, конечно, приварено. Нашими российскими сварками, да, уже. Да, и шлак желательно не отбивать, оно тогда крепче, крепче держится. Вот. Говорят, да, чем больше шлака, держит, тем лучше, крепче. Пусть стоит шлак. Я вот такая фигня. Вот, пожалуйста, заказывайте Валберис, Озон, Яндекс.Маркет. Да? Вот. У него веса тут килограмма два, я вот двумя пальцами держу. Просто на отрыв. Да прицеп закажи, скажи, пусть закажут. 23 рубля такой стоит. Прицеп? Да прицеп можно и сделать самому. Нет. Вот такая фигня. Прицеп-то видишь, откидывай. А, у тебя он этот самый, самосвальный. Да, и видишь, промазал я его этой штукой. Антигравий. Ну конечно, скоростя ж огромные, чтобы этот не сгнил, да. Документы есть, видишь, 500 килограмм. О, да тогда можно уже по трассе ездить, когда есть бирка. Так тракториста надо права. Вот. Бирка. Масса плюс-минус 5 кг. Грузоподъемность полтонны. Полтонны, да. Ну такие дела.